В бойцовском клубе «Акерман» с 27 по 28 февраля прошли ежегодные соревнования среди юных боксеров Белого города на Днестре. Первенство посвятили защитникам Украины. В этом году в турнире приняли участие 24 воспитанника, и каждый из них показал достойный результат. В соревновании приняли участие спортсмены разных возрастных групп, как и детки, начиная с 2004 года рождения и старше, и так заканчивая старшей возрастной группой уже 16-17 лет. Открытое первенство по боксу посвятили защитникам нашей страны не просто так. Тренеры учат воспитанников не только ударам и уклонам, но и храбрости и мужеству, настоящему патриотизму. Хотелось бы воспитывать деток в духе патриотизма, в духе того, чтобы они умели защитить себя, свою семью, родных и близких. Всего провели 12 боев. Все участники получили грамоты. Одним из победителей стал Владислав Таран. Он занимается боксом уже четвертый год. На это его вдохновило желание быть защитником для своей семьи. Потому что это спорт для самообороны, чтобы защищать семью, быть ответственным и использовать это с умом. Юных защитников пришли поддержать их родные и близкие. Мамы, папы, друзья, знакомые, даже самые маленькие зрители болели за своих победителей. Нельзя не отметить постоянные наставления, которые спортсмены видят перед глазами каждую тренировку. Чемпионом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Так в юных мастерах кожаной перчатки воспитывают любовь к спорту. От каждого поединка захватывало дух. Сложно было предсказать, кому достанется победа. Но можно смело сказать, что все ребята показали высокий результат. Несомненно, Акерман может гордиться подрастающим поколением своих бойцов и защитников. На сегодняшний день честь Белгород-Днестровского боксерского клуба «Акерман» защищают более сотни спортсменов, от самых маленьких и до ветеранов. Главное помнить, чемпионом можешь ты не стать, но человеком быть обязан. Елена Малоиван, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ.